Рокверк. Рокверк это хорошо. Лазер есть, вот Войт сильный на самом деле. Сильного Войда побеждает сильный. Сильный левел. Шаманы сильные. Но у пяти дракон такой себе, тэч столько. Тает слабенький. Резека можно, манга, мультикаст, болт, рипер, марш. Всяко разное можно разыгрывать. Ну, я Акса не очень уважаю, я лучше в десятку выйду. Поехали, так сыграем. Так, что мы делаем, вроде? Я тоже продам. Вот этих возьму. Та-та-та-та. Аджик, листы. Я десятку выйду. Я не дерусь, да, в начале это все знают. Видели, все по очереди танканули. Остановочка хорошая. Тот бежал, тот бежал. Все зарядились, молодцы, получается. Привет, стрим, привет, чат, здорово будем. Смотреть нужно фурионов различных. Фурионов чемпионов. Классико. Первый раунд могу выиграть, тут вот много таких ребятишек. Полетели вертолетики! Да, вот первый раунд выиграли, а даже проиграли это. Но буду смотреть. Кто мне поможет. Мультикаст есть, легионочку можно взять. Куми, здорово! Саундвей, здорово. Да, тут хороший луз. Ну, здесь с Эмбером играет. А нет, Сэм, с Марсом. И Эмбером, стример. Успокойся. Со штримом. Не, гирокоптера нет, я бы стоял с гирокоптером уже, но там тэч столько есть. Вася дерется, у него мультикаст. Фура Т1 пока боец. Мотки под фуру есть. Два ТБ, но я не буду их брать. Еще один шторм. Два шторма. Классик. Здесь плохо дазл стоит. Здесь лучше бы здесь стоял, шансы были бы, может, поинтересней. Ничего похоже.
Да, пойду поработаю, давай, Паш. Марин Кори, здорово, день добрый. Победа лучше. Это хорошо. Ого, это ко мне зашло. Знал бы я, что так будет. Хотел престол снова там еще кого-то получать. Прям очень сильно зашло. Ладно, остальных я должен выигрывать. Сейчас наберем. Так, Марс есть. Тоже сильно. Нереально сильно, они быстро все закрыли. Ладно. Что, престолов не продаем. Блин, зашли, когда не вовремя. Я выиграл в этих. Так. Имбирь есть, стинкер. Но сейчас-то придут слабые. Я так понимаю, что... Сейчас можно поставиться, да? Да, поставился, здорово. Блин, вообще анлука просто в этой игре, абсолютно анлука. По заходу. У меня трое престолов у нас в игре, но мне пришел только один. Пришел только один. А их трое, только один пришел. Так, ладно, будем ждать на потом, получается. Я даже не знаю, тут я могу даже не дефнуть. Мне все равно уже. Так, не то, что все равно, я должен дефать. Тапка на тинкере. Вот именно цемочка тинкера должна зарядить, получше все будет. Не, нормально все. Да, нормально, нормально играем. Там много манговых деревьев. Ко мне как раз присты не заходили, которые обязаны зайти. Ну да, я так стою спокойно. Ну, на экс пристов поставлю, там ангустики будут заходить. Жутья гости на манго. Блин, мог забрать, да. Хотелось бы стрик, да, взять. Я бы, может быть, еще бы тут... Не, я бы все равно престов не продавал.
Тут, кстати, можно вот так сделать. Тоже, да, с этими. Короче, Undead будет сильный слоной. Там посмотрим, как разыграем. Крипов дефнем. Так, посмотрим, какой лейт, да, лейт. Опа, темпларки нет, такого опа, да. Маны сильные. Через хумов. Ну, вот это меня на самом деле не очень беспокоит. Он сильный, конечно, там может варианты у него быть. Это, кстати, очень интересно, вот ударка. Тут по голде хорошо играют. То есть у меня тут вопрос, во что они в итоге потом сойдут сами. Джаггера Луна подобрал. Один через Даргира играет. Чем на пандах стоит. Чем ебаря ловит этого. Ебаря. Прикладана. Мог бы найти, кстати, уже на 15-й. Все роллы прожму. Дэф мало у меня. Так, ну Вася заходит. Лучше бы он заходил ко мне, когда мне нужно проигрывать. Выигрывать, точнее, у него, да. Ладно, пойдет. Манга Владмир. А тут очень сильно на удачку будет, потому что у нас по голде вот с этими ребятами. Он решил ролиться в лоу-левеле. Вот это я и хотел сделать. Классика. Так я и хотел сделать, да. Вот это я продам. Здорово, Эльдар, здорово, Паш. Икс-драйв, салам, салам. Всем здорово, ребят. Почти, кстати, суммонинг. Ой, этот был. Я решил его не брать. Как бы. Мы сидим до конца.
максимально в левел, постараемся выйти. Все от перка будет зависеть, как мы после 20-го будем играть. Что за значок пины, 43-й турнир какой-то выиграл. Тут могли добить что-то, да. Через левел пошел, у него же четверки есть. Два дума, это очень сильно. Шаманчика нашел. Из манга идет, тоже дум есть. Есть четверок, вот у меня нет четверок. Кроме ДК. ДК не самый лучший для нас вариант. Тут шаманов набирают, тут кстати может ранние шаманы даже будут. Придется ДК, наверное, играть. Апнется, я не знаю, что-то с ним придумаю. Но именно пяти дракон такой себе тут именно. Я никто не пошел вайда, поэтому... И Клопа хорошо, и Тайт будет хорошо играть. Вопрос, сколько урона там. Посмотрим. Андрей тоже можно сразу взять. Марс соло танчит. Не по голде побольше имеет. Это вообще хп больше, чем у меня. 4 тангуса. Даже тангусов больше. Так, ладно, хоть книжек нету. Рики, что Рики? Мне это один Рики хватит пока что. Так я вижу его в роли, ну и что? Второй раз Great Wall точно брать не буду. Ну и сейчас думаю, все равно за книжки буду выходить. 9 левел. Просто дефнуть крипов надо. Так, крипов дефнем. Ну, элитку возьму.
А, сколько огня будет? Уже шаманами заходят. Так. Хантер, что мне забанить нужно? Я без бановка буду играть. Давай гроб забаним. Четверочку. Что-нибудь. Шмота нет пока. Ничего хорошего не видно. Второй раз Гритволд взял, но уже не в эко сидит. Второй раз взял Гритволд. То есть он плохо сыграл, получается. Сколько мне отвоз Лина? Ладно, мне такая визарда ни к чему тут. Надо убрать, это тоже продать надо на самом деле. Как же он сильно бьет. Подолынем. Так. Мне ни к чему. Тут, наверное, же тоже не лезет. Выбираемся из того, что есть, да. А на пристах стоит, да. Все еще сильные. 3D, кстати, там есть уже готовый. То есть, если есть 3D, то мне сути Акиры тут не нужны будут. А что поделать, пусть пока будут. Типа
Пока так. Тоже оставляем. То есть у него трident есть. По сути. Вот и 3 LD сделать, а киров из него. Стол-то у меня нормальный. Классика. Вот так, наверное, сыграю. Здорово, ребят. Рампагер, здорово. За гордо это один, да это нормально было. 4 биста. Да это я все знал. Да, 50 на 8 стека, да, вижу. Лусик нанес. На самом деле я вот так сделаю, хотя макака мне не нужна. Так, дизраптора жалко, на самом деле мог пригодиться. Такое, 4 тангуса. Все, мне остальное на левелап нужно просто. Вот.
шамана. Шаманов. Четыре шамана. Четыре шамана. Четыре шамана. Я могу подраться. Меча ты один даже подрубила. Хорошо. Она сильнее. Даже 10 левел выбили. Майн по голде хорошо. Голдой с голдой. Ну и стол хороший. У меня вот ударка, сильный стол, но мы его пока пробиваем. У него еще усилений много. Здесь сильный стол. С этим, я думаю, справляюсь. У него одно яблоко. Здесь нет яблок, думаю, справимся, да? Тоже, думаю, справимся. Здесь тридент есть. Я не знаю, насколько у него кор сильный будет. Пока что так. Даже на самом деле шмотки могу разобрать. Близко, да? Сколько думов? Один дум. Думов немного на самом деле. Давай пока поставлю. Шмотки в нее дам. Сейчас пока так будет. Зарядкой, а я нормально стою и Кимару, то есть он должна успевать скастить. Можно второго это 3 ЛД сделать, тут уже Аркварн хорошо будет играть. Я, в принципе, готов. Да. Там шаман кто-то зевсом выбил кого-то с яблоком на 48. Вася выбил. Красиво. Тут 4 есть. Добавка. Не откажусь. Петка есть. Грек атак проводит трейд. Здорово, братан. Thank you. Вася очень сильно, если зайдет, тяжело будет. Тут 9 маг. Тридента нету все еще у него. Но у него прям летает, прям хорошо. Попу моему убил. Сильный 9 маг. Него, вот на этого не действует 9 маг, хорошо. Вот я выбил. Ладно, яблоко оставили. Раптор хорошо
Значит, нам надо было раньше собрать, тоже не соберем. Я буду продавать его пока.